Так, друзья, всем привет! Сегодня на канале новое видео, поэтому тем, кто ждет моих видео, рад меня видеть, вам вдвойне повезло. И давно не снимал такую тему, обзор покупок, что купил, сколько заплатил, вам же интересно, да? Как мы тут в Петербурге живем, какие у нас цены на продукты. Да, я вам расскажу, что я купил на 1500 рублей в Ашане. Давно не был в Ашане, опять разочарован походом, потому что как-то выбор, то, что я именно хотел взять, допустим, я хотел взять мясо. Я мясо вообще не взял, потому что практически нечего брать было такого более-менее нормального. Так, ладно, что же я купил на 1500 рублей? Купил вот такой ластик, он стоит 14 рублей. А знаете, когда на обоях бывает остаются разводы, вот, кстати, ни с того ни с сего, обои белые, да, под покраску. И бывает, иногда на них остаются, ну, маленькие такие следы. Черного цвета обычно. Вот, поэтому слегка приходится их вот ластиком стирать. Помогает. Далее, что я тут еще купил? Купил корректор. Тоже нам надо кое-что подзамазать. Немножечко. Так. За него я заплатил, может, извините, 39 рублей. Представляете, вот такая вот, здесь 20 грамм, 39 рублей. Вот так. Так, далее у нас сегодня Великая Суббота, поэтому сейчас будем красить яйца. Купил вот такие красители, здесь розовый, зеленый, синий и желтый цвет. Обошелся он мне в 9 рублей. Вообще дешево. То есть там какая-то акция сейчас, там вообще дешевые эти красители. Так, далее, вот такую посыпку купил для куличей. Здесь очень-очень мало. Сколько здесь? Я даже не знаю, сколько здесь, если честно. Ладно, не буду. 10 грамм. 10 грамм всего. А стоит 42 рубля. Представляете, этот пакетик 42 рубля. Это дорого. Причем состав. Состав, я вам хочу сказать. Сахар, патока крахмальная, крахмал картофельный, глюкозный сироп, ладно, все нормально. А дальше пошли Е114, Е555, Е102, Е133, Е122 и, в общем, одни ешки за 42 рубля. Так, ладно, далее взял вот такой вот пакетик ванилина, также для куличей. Бывает ванилин покупаю, бывает нет. Значит, ну, недорогой. Рубль, 1 рубль. Вообще здорово. И вот разрыхлитель взял для теста, тоже добавить, да? Вот такая фирма. Так. Разрыхлитель 11 рублей. Так, далее. Был по акции ананас. Вот такой ананас. Значит, он стоит 159 рублей за килограмм. Здесь кило 312, обошелся в 209 рублей 79 копеек. Так, кстати, я сегодня снимаю сейчас в комнате, на кухне что-то перестал пока снимать. Дальше купил вот такой апельсин, одна штучка, значит, килограмм стоит 79,90, здесь 262 грамма на 20,93. Далее, лимон. Также один лимон купил, значит, цена 149,90 за килограмм, здесь 120 грамм. На 18 рублей. Нормально. Так, далее купил вот такие две бутылки молока Простоквашино. 2,5% жирности. Так, молоко. По 74. Я, кстати, хотел купить белорусское молоко, оно более жирное, там где-то 4%, минская марка. 1,5 литра стоит 149 рублей, ну, что-то я передумал, если честно. Может, как-нибудь другой раз возьму. Ну, я хочу сказать, в Ашане молочка дорогая. Вот молоко, все-таки, в сравнении с других магазинов, там дешевле стоит. Так, здесь все. Далее. Решил купить вот такую рыбу, да, это у нас получается рыбные сорти, горбуша и скумбрия холодного копчения, здесь 200 грамм, ну, все-таки Пасха, решил, да, прикупить. Так,
Так, что-то я найти не могу, друзья. А, 179,90. 179,90. Так, далее. Купил вот такой вот хлеб карельский, наливной, с изюмом и кориандром. Мне очень, кстати, нравится. Вот такой хлеб. Здесь его у нас 300 грамм. И стоит он, по-моему, 46. Вот видите, что значит не подготовился. А, 59. 59, ничего себе. Так, батон. Ну, вот этот Дарница, да, он, конечно, менее вкусный, чем московский, который я обычно покупаю, но стоит он 30 рублей. Поэтому решил купить. Так, далее. Сахарная пудра, 250 грамм. Это нам пойдет для выпечки. Так, 39 рублей. Ну, это самое дешевое. Так, далее купил вот так и 3 зубные щетки. Потому что у нас здесь Дикси, который при ЖК нашем, какие-то вообще дорогие зубные щетки, не знаю, там по 200 рублей. А здесь получилось, что 142 рубля. Представляете, за 3 щетки 142 рубля. Ну, в принципе, зубные щетки каждые 3 месяца по-хорошему надо менять. Это мне сказали стоматологи. Вот так. Потому что если вы долго будете чистить одной зубной щеткой, спустя 3 месяца, ну, максимум 4, толку от того, что вы ей чистите зубы, абсолютно нет. Так, далее, купил вот такие грибы-шампиньоны. Здесь 250, по-моему, грамм. Да, 250 грамм. Вот такая упаковочка. Ну, супчик можно будет сварить. 99 рублей. Так, далее, сыр Виола. Давно я не покупал такой плавленый сыр. Очень хороший, вкусный. Он, кстати, был по акции. Поэтому я его решил прикупить. И заплатил я за него тоже 99 рублей. Также купил 3 вот таких одноразовых станка Gillette. Тоже за них я отдал, по-моему, 99 рублей, да. Вообще я пошел почему в Ашан. Я хотел купить сменные станки, которые я обычно покупаю, и они продаются только в Ашане. Только на этот раз почему-то их не было. Поэтому пришлось купить, хоть что-то купить. Так, далее масло, вот такое масло, ну, это для выпечки сейчас пойдет у нас, и заплатил я за это масло сливочное, здесь 82,5% жирности, по акции оно было 109 рублей, ну так оно 160 стоит, ну, для выпечки пойдет. Так, и купил картофель, вот такой картофель, вот, кстати, хорошая картошка, ну по крайней мере, внешне, да, стоит, значит, 14 рублей за килограмм, здесь кило 624 на 24,30, вот так. И мини-шаурму еще покупал, ну, у них кулинарии, но я ее уже съел, поэтому, извините, уже не покажу вам. Она стоила 99 рублей. Итого 1505 рублей. Вот такие у нас цены в Петербурге. Но в целом я хочу сказать, продукты, цены не последние где-то там, наверное, полгода, резких таких вот скачков нету. Нет, в принципе, как-то более-менее там стабильно все держится. Вот так. На этом все, друзья. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Всем пока.